Повышение эффективности деятельности государственных органов через внедрение и развитие управления инвестиционными проектами. Семинар был проведен в Атырауском филиале Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие местные государственные служащие. Они сдали экзамен на пятидневном семинаре. По результатам тестирования участникам, набравшим свыше 70% баллов, будут вручены специальные сертификаты. Эффективность сертификата заключается в том, что в будущем специалисты смогут грамотно работать с новыми проектами. Сегодня в Атырауской области данные семинары, которые прошли в течение недели с участием Академии государственного управления, они дают нам очень хороший шанс для улучшения качественного состава государственных служащих нашей области. В семинаре приняли участие около 20 наших государственных служащих, притом не рядового, а именно управленческого звена госслужащих местных исполнительных органов Атырауской области.